что расскажешь? В общем, хватаю Василия за ремень, бежим. Ну, сами же понимаете, блокпоста, куча народу сейчас прибежит с автоматами. Рванули мы через дырищу в заборе, полем в ближайшей роще. Добежались, в яме завалились, дышим, слушаем. Ну? Как бы я солдат этих конченых. Второй раз весь прибыток за месяц отобрали, скоты. А что вообще жить, если такие расклады пошли? Сидят, блин, на своих долбанных блокпостах. И на нашем горбу в рай въезжают. Неплохо, неплохо. За одну ходку две ночные звезды. Если так и дальше пойдет, в гробу я видел ваш хваленый клондайк.